отдали действительно дань огромного, бесконечного и формы. Да, но вот это не очень приятно, если честно. Я надеялся, что Дмитрию Плетневу даст еще шанс проявить себя Владислав Радимов, но похоже, что это опять вынужденная замена. Положение в игре очевидное совершенно. Но вот это тоже чувство, которого может не быть у Юсупова, как у защитника. Видите, он машинально побежал в оборону. Быть на линии мяча очень сложно. Смотрите, что происходит. 79. Вообще не наблюдается даже намеков на это. Но как они могут выглядеть с другой стороны? Ну, никакого самообладания, недостатка самообладания мы не видим здесь. Передача вперед. Смотрели мы со стороны «Зенита-2» на ворота соперника. Затем очень неплохой финт вырезает Сергеев. Передача вперед. Иванов. Долго, смотрите, как катится. И точно в итоге оказывается в ногах у Терентьева. Рассчитать траекторию качения мяча по такому газону, конечно, мастерство. Не пустячное дело совсем. Передача налево, там уже борется с Кроботов. Понятно, что нужно тяжелую артиллерию подключить. Кроботов, касание налево, нужно идти вперед, проявлять себя. Должны выигрывать сегодня футболисты «Зенита-2». Можно развернуться Сергееву. В итоге пас вперед не проходит в направлении Маркина. Вместо Александра Еловских, который сам вышел на замену, сейчас появится на поле Илья Воробьев. Ну, Радимов без каких-либо инсинуаций пожал руку команды. И даже когда она выступала в премьер-лиге, даже при Юрии Семине, когда восьмое место занимала, все время называли ее Семинской Мордовией тогда, да, или, как шутили некоторые коллеги, Мордовии из города Семин. Но в том смысле, что, конечно, он изменил. Отразить ворота соперника. Вот сейчас за мячом пошел и, как мне кажется, успел получить какой-то подсказ тренерский по дороге Деревягин. Вот сейчас атака правым флангом. Мяч укрывает корпусом и пас вперед отдает. 20 тысяч зрителей он вмещал, а потом появилась арена Мордовия, которая принимала матчи чемпионата мира. Один из самых загадочных городов, конечно, из всех, что принимали. Нужно понимать, как мяч катится. И как форвард себя проявил лучшим образом здесь Маркин, потому что все понял. Вот сейчас мячом Сергеев и Воробьев. Дальше пас, и Сергеев может простреливать. Ну что, игра пошла наконец-то. Нет, в руки мяч пролетает к Шибанову. Супов постоянно не у него сваливаются. Уже так по-капитански Прохин после забитого мяча ему даже их поправил. Хотя, в общем-то, он младше и менее опытен, но все равно на вот этих командирских правах. Едва сопротивляется сейчас, не может отойти от своей штрафной площадки. Передача вперед, проталкивает мяч мимо двух, пытается это сделать, по крайней мере, Юсупов из Мордовии. И в итоге Иванов идет. Пробка любого футболиста может оказаться. Не получается даже в молодежный состав пробиться. Вот что-то не понравилось тому главному тренеру, Константину Зырянову. А получил шанс Радимов. И смотрите, еще одна атака идет, передача. Маркин сам готов пробить и вырезал, как ближе. Мордовия, потому что какой-то не готовый сегодня вышла к борьбе, думала, что отсидится в контратаках и потом поймает соперника. Судя по всему, чем еще объяснить можно их тотальное отсиживание в обороне, я... Второго номера Руслана Навлетова у Мордовии. Но мы пока смотрим, как Иванов уходит. Уступает свое место защитнику Рукасу. А Рукас, видимо, выходит для того, чтобы пойти в ад. Все-таки выдавал и хорошие матчи тоже, как мы помним. Он сейчас вышел на замену. Это, опять же, определенная привилегия от тренера выпустить защитника в матче, где ты и так выигрываешь, где-то, в общем, не особенно нужно, где-то выигрываешь с крупным счетом. Борьба за мяч продолжается на каждом участке поля. Это преимущество всего лишь два мяча одной команды. Заканчивать матч без добавленного времени, хотя есть чего его добавить. Мне не очень понятно. Из-за боковой будет вбрасывать сейчас Орлов. Опускает мяч на свисток за игру рукой. До этого прозвучал от Алексея Амелина. И Орлов пас пяткой сделал. Здесь налетел на футболиста «Зенита-2» и блокировку зафиксировал со стороны Дмитрия Сергеева. Владислав Радимов никак не выражает своих эмоций, пока стоя у своего тренерского мостика, все с тем же выражением лица, подозреваю.